Всем привет! Начинаем путешествие по моему маленькому городку. Сегодня 12 февраля 2017 года. Вылез я на гостином дворе метро и решил пройтись по Невскому, посмотреть что-то интересное у нас в городе. Вот подошел к Екатерининскому садику, или как у нас говорят, Катькин сад. В Катькином саду все нормально, памятник Екатерине. Красивая подсветка. Там вот театр Пушкинский. Люди ходят. Вот Екатерина во всей своей красе. Театр, садик. Ходят люди. Веселые. Настроение у всех хорошее. Погода такая не холодная. Градусов 5, наверное, сейчас. Вот памятник Екатерине. Вот. Отсюда я как раз связался со своим другом. И вел прямую трансляцию по скайпу, чтобы он посмотрел, он дома сидел. А я ему показал, что это такое. Что-то неплохо работает мегафон. Вот. Была здесь со своими друзьями из Беларуси. Они организовали маленький наш походик такой. Вот. Ну, потом пошел коням, понимаешь, нашим. Кони стоят. Машины едут. Люди ходят. Все нормально. Вот сейчас вы посмотрите, что творится у нас на нашей речке. Вон, видите, люди по замерзшему льду катаются. Раскатали такие полосочки за льда и катаются, ходят. Интересно же, часто пройдешься. Фонтанки. И вот Анечка, мост. Народ ходит, катается, целуется. Жизнь идет, понимаешь? Так здорово. Действительно хорошо. Хорошо в городе. Получил удовольствие. Так прошелся, посмотрел. Нормальные люди. Вот, подошел к манежу. Вот, тоже нормально. Вон там памятник Екатерине. Впереди, видите, пешеходная. Народу не очень много, но все равно есть. Вот музыкальный комедий театр. Ну, а это русский музей. Скульптура Пушкина. Тоже хорошее место, красивое. Но людей немного, немного. Потому что, может, прохладно, может, всех уже домой хотят. Вот. Снимала сквозь решетку. Ну вот. И, ну, мне было интересно поснимать. Водил фотографии, я ходил. Вообще люблю это дело. Вот. Прошелся в Михайловский театр. Вот здесь сидел гитарист, играл. Там «Спас на крови». Гитарист сидел, играл. Хорошую музыку. Мужчина с огромной-огромной коляской. Мне это очень понравилось. Я ему что-то рекламировал. Как-то неудобно было совсем его снимать. Такая огромная коляска. Видимо, кого-то зазывает. А вон там уже Казан. Казанский собор. Невский проспект. Машины. Здесь же побольше, конечно, людей. Центральная наша улица. Вон дом книги. Казанский, люди идут. Сейчас уже заканчиваю свое путешествие, надо уже домой ехать. Сейчас быстро на родном метро, на канале Грибоедова. И все, по домам. Все, всем пока, всем привет. Вот посмотрели немного, что у нас творится в Питере. Пока-пока, до скорой встречи, до свидания.